Две команды, четыре испытания и строгие, но справедливые члены жюри. Для учащихся школы коррекции прошло мероприятие, посвященное охране труда. Началось все с несложного блиц-опроса по нормам и правилам техники безопасности. Ребятам было задано 6 вопросов с предполагаемыми вариантами ответов. С легкостью и азартом участники прошли данное испытание. Секрет такой подготовки ребят прост. Классные часы. Мы проводим инструктажи с ребятами как бы перед каникулами, после каникул проводим инструктажи на классных часах. Также проводим беседы. К нам также приходят специалисты из различных профессий, которые рассказывают не только о профессиях, но и о безопасности. Найти нарушения по технике безопасности – так назывался второй этап викторины. По итогам данного состязания команды набрали равное количество баллов. Одним из самых запоминающихся этапов для учащихся стало оказание первой медицинской помощи при кровотечении. Ребятам предложили самим выбрать необходимые средства первой помощи и продемонстрировать свои навыки без участия медицинского сотрудника. Все сделали правильно, но и та команда, и другая команда спасли больного. Ну а вторая команда в лице Зарицкого Виктора использовали больше средств по оказанию помощи. В заключительном этапе игры учащимся необходимо было собрать слова «инструкция», «огнетушитель», «заземление» и другие. Пока учащиеся проходили последние испытания, члены жюри подсчитывали общее количество баллов команд. Мы надеемся, что если вдруг окажетесь в такой экстремальной ситуации, вы сможете из нее с достоинством выйти, остаться сами живыми и спасти того, кто в этом нуждаться будет. Мы думали, что одна команда какая-то из вас победит, но победила дружба. 14-14 баллов. Молодцы! На этом мероприятие для ребят не закончилось, а продолжилась выставка спецодежды. Побывать в роли специалиста нефтяной и газовой промышленности, сварщика, пожарного, медицинского работника смог любой желающий. Сейчас многие подростки не знают о таких профессиях, о безопасности. То, что нужно проводить чаще такое. Организаторы уверены, что такие мероприятия не только расширяют кругозор, но и помогают привить первые навыки безопасности и доврачебной помощи. Екатерина Тихонова, Денис Гонцов, новости Губкинского.